Сегодня в информационном центре АЭС состоялась церемония вручения целевых направлений «Ведущие технические вузы страны» победителям Олимпиады атомных станций. Подробности у Марии Гордеевой. Выпускники городских и сельских школ сегодня стали счастливыми обладателями целевых направлений в лучшие вузы страны. Возможность бесплатного обучения в столице им подарил концерн «Росэнергоатом». Идет эксплуатация атомной станции, идет интенсивное сооружение блоков 3-4. Специальность атомщика, она сложна, она наукоемка, она требует полной отдачи сил, изучение предметов, познание и совершенствование тех технологических процессов, которые сегодня используются в атомной энергетике. Обращаясь к выпускникам, директор Ростовской АЭС Александр Паламарчук поблагодарил их за активную жизненную позицию и участие в Олимпиаде атомных станций. Также выразил надежду, что все они приедут обратно в свой город и будут трудиться в коллективе АЭС. И уверен, что вы, пройдя технистый, трудный путь познания научных знаний, вернетесь к нам и будете успешно заниматься эксплуатацией атомной станции. Пройдя свой тернистый путь, Ксения, выпускница 15-й школы, в этот день стала одной из первых обладательниц целевого направления в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. С сентября девушка уже будет находиться в Москве на обучении. Я буду работать инженером на атомной станции. Вот у меня даже специальность — ядерный реактор. Вот. Ты разбираешься в них? Ты как-то... Нет, ну как, это же обучение, буду учиться. Учиться, познавать все, и тогда уже буду квалифицированным работником. Пополнить ряды сотрудников атомной станции стремится и Роберт Григорян. Второй в рейтинге среди лучших выпускников Волгодонска. Я участвовал в Олимпиаде атомной станции, где стал победителем. И вручали направление. Благодаря этому теперь поеду учиться в Московский государственный технический институт имени Баумана. Представляю, конечно же, учебу, это на первом месте. Ну и отдых, спорт, также развлечения. Ну, учеба на первом. Вы наша элита, вы наши звездочки. Мы вами очень гордимся. Действительно, на протяжении многих лет славили город Волгодонск. Вы укрепляли его престиж. Спасибо вам огромное за это. Совсем скоро ребята уедут покорять столицу. Большинство из них обязательно вернется в Волгодонск для дальнейшей работы на атомной станции. Мария Гордеева, Евгений Иванков, новости ВТВ.